Кстати, иди ко мне на площадку. Тут вообще все переигралось в итоге. Просто иди ко мне. Ты меня видишь, что если зайти в зал, нужно на втором этаже. Не поднимайся на трибуну, просто второй этаж. А крайняя площадка слева, туда надо пройти. Thank you.
это мелочи. В любом случае, даже я не успел подготовиться нормально. Просто мы на ипотеке закончили играть. Просто ипотека закончилась 45 минут. И за 5 минут как мог сюда перейти? Ну, это нереально. В одного тем более. А мы вообще не комментируем, просто снимаем, чисто запись. Чисто снять. Да, ты на второй тайм, короче, зайдешь, пока камеру вторую подготовь. Камеру поменяем. Я на второй тайм пойду где-нибудь найду розетку, позаряжаю эту камеру, потому что. Блок есть. А это не питается от блока. Почему? Два сфера есть. Не, а эту отдельно, она только от розетки питается такая. А миксер у тебя? А где он? Он с ним уехал? Он с ним уехал? А что на западе еще осталось? Не работало? А в итоге как вы давали трансляцию с улицы? А что она не заработала? Я не знаю, это он. Ясно. Нет, то, что матчи были в наложении, я знаю, они обещали задержать второй матч. Но они, кстати, как вообще реально, тем более, здесь ну, сами виноваты, мы-то что? Это как сегодня, блин. Удар с реальчиками играли полжизни. Удар с реальчиками играли полжизни. Потом эти русовые на ипотеке играли очень долго. А где вы? Там на поле снимали, да? Ну да, матч 45 минут закончился. Здесь нужно было начать в 13:50. Естественно, ты понимаешь, что прямой эфир вовремя начать было нереально, поэтому тупо запись. На второй тайм перейди на ту половину, тут судья мешается. Попроси просто игроков пододвинуться. Что у меня сейчас нет возможности уже перейти. Я что-то чат GSport не успеваю читать. Там что происходит на чем-то? Опять никого не пропускают? Почему никого не пропускают? Надо же записываться заранее. Не, дело не в этом. Дело в красивом Вакине. У него есть список наших сотрудников, которые нужно добавлять. Вот Филипп есть. Филипп проверяет список, там половину наших нет. Запад же нет мини-футбольной площадки. Ну, Запад и Юго-Запад, условно говоря, это одна юрисдикция. Мы поэтому и делаем трансляции для тех и для других. Хотя, понятное дело, когда было бы комфортнее тупо на Юго-Западе работать. Обожаю Adidas.
такая веселая команда. Да не носите горелые. Мы с тобой сейчас один. Потом мы оставляем здесь один комплект, приедет Лера и снимет второй, а мы с тобой поедем на запад в 16 часам. А, то есть у нас время будет поесть. Ну да. Глобально получается, что смысл того, что ты приехал сюда с запада, на юго-запад вообще нет. Молчите. Вот 42 кипуша выгода.
Давай, давай, братик. Давай.
ты беси! Thank you.
Thank you.
отдельное спасибо, что приехал и нам придет постараться нам. Я добрый игру. Пацаны, я вам в любом случае горжусь за полуфинал. Давай, Саша.